Вот, 23, мне кажется, смысла нету уже, бля. Дело не 23 или 24, 25, можно и 22 убить. Ну, можно, все да. Зависит, как, все зависит, как мозг переведете. Там снаружи не будет проблем, если будут косты сбиваться вовремя. Флось перестанет вальте. Ну так я что, я не виноват. Ну понятное дело. Тоже бывало такое здесь. Вы спробовал там в настройку что-нибудь полазить? Не, не пробовал. Антоны? Антоны, не? Не, я это как... бесполезная параша. Много кто жаловался, что сегодня вылетает просто так. Да не только, ты не... До этого балбес у нас тоже на алгалоне просто зависает. Я когда... В разрешении, в настройках графики вот все это поставил, там синхронизацию, буферизацию, аппаратный курсор, плавность управления перестал лагать на йоге и вылетать. Весь левый столбец в галочках стоит. Типа тоже комп мощный как бы, а на йоге лагало ни с хуя. На Сапфироне лагает. Геномчик, я тебе потом напишу. И сотку налез. Сейчас зайдет ночь. Так, поставьте блоки.
Вас вообще знает, что делать? Портал заходить. Очень тяжело ему. Бля, ну почему? Чё тяжело, блин? Учиться надо когда-то, не? У нас декабрь снаружи остается. Это вообще бред какой-то. Вас. Слышишь? Все ДК должны внутри быть. Какой заход, мистер Флойс? Давай, да. Вас, девятый портал у тебя. Слышишь меня? Поставь плюс. Девятый портал, посмотри картинку, вообще не... Давай так один трек, сейчас посмотрим, что будет. Мы тогда 20 тел убили, блин. Давай еще, Рилус, ну первым рейдом был убили. Эрик рейдом. Ну там повылетали, там уж перевели. Плюс-минус такой же рейд. Так я тоже самое думаю, блядь. Уж третий рейд ничем от второго не отличается, а на деле отличается, похоже, блядь. Ниче там, блин. Там люди как бы не отбирались, бы. Просто вы сами типа хотите ХМ убивать и сами не понимаете, что происходит вообще на этом ХМе. Можно подготовиться как-то, блядь, самому индивидуально. Ну типа как вар таких вообще больше не бери после все. Пока не посмотрят видосы, блядь. Одна, все готовы, все, всех все. Пошли. Все приняли там, по-моему, кто-то. Да, не да, да, все. Пошли. Если есть ДТ, твинк какой-нибудь, могу зайти. А вот чат что? Ну, только код. Пропускаем, мать. Тебя тоже будем пропускать. Зот, сагриш. Лама бать сейчас будет. Сейчас. Отошли, чуть подальше. Дальнего забирай тоже. Ста да. Не был. Кстати, да, я думал, это второй к стану. Не был. Шел по выходу из мин-зон. Я не успел выйти, типа, его ну, выбрали. Возьмите ебаный фокус Сару, блядь. Почему вы постоянно ждете на вас дебаф? Так я начал выходить во время касты. Двигаемся. Я вас Аура. Крадетка. Она кастует 4 секунды. 4 секунды не выйти из мелизоны, не пиздец. У тебя цепь на варе есть, кто-то. Она у тебя не в фокусе 100%. Подсказка для миликов, если вы не хотите умирать от рвения. Уходим. Берете фокус Сару. И видите, что кастует на вас рвение, вы просто ушёл. Ну, говорили, да. Ну, блин, ну, я не вижу, что говорили. Два тела умирают. Челик, просто не, я это два раза уже озвучивал, да. Я понимаю, но, блин... Там даже... Ну, ты видишь, что людям похуй? Там даже ДБМ, когда... Входим, мельник. Что-то за хуйня меня ударил. У тебя доты че? Большое. Только почему-то очень мало. От черепа отошлись. Лучи, лучи, вот толпа стоит возле лучей. Лучи, там и люди. От лучей все. Дышающие там. Дышающие, можем мелики идти бить под мордой. Перед лицом йога.
Хотя косты удушащие можно кикать. Удушающий. Я один удушающий сейчас бью. Алло. Портал. А, это удушающий надо добить. Никого не буду заплатить. Блять, ну кто опять? Закипал я тоже. Разлагающий РД. Что вы там делаете, пацаны? Должны стоять большой и бить. Кухвина. Чудоты типа стоим сзади нас. Приготовились отходить. 7 секунд. Уходим. Там слева возле, как вы выше, сразу бить мелко. Да, залили. Идем вместе, вместе идем направо, да. Пожалуйста, не пиздите чужие порталы. Умоляю. Там маг. Текстур. Порталы, 5 секунд, 3 секунды, 2, 1, порталы. Куда ты бежишь, мой ближний? Хорошо вылезло. Просто украли. Блять, надо определиться, кто не понимает, в какой портал заходить. Удушающий. Он так и будет у вас пиздить портал по КД. От меня отойдите. Ну, причем расставлялись уже. Ну, расставлялись, не расставлялись, но он будет по КД его спиздить портал. Как у нас маг умер вообще? О, текстура. А где у тебя труп? Текстура? Да, под текстуром. Блин, канулся типа когда. Угу. Водишь и освобождает. И тут вот, хваливаешься по КД. Готовились. Рано не выходите, 2 секунды, не секунды. Походим. Там. На второй даже. Так же направо вместе идем, не надо разбегаться. У Йоха появился. Я у Йоха у Морты появился. Ну кто тут пришел? Ну сейчас это танк, скажешь. Потому что танк не должен идти со и стороны, где вот все стоят. Ты либо его со стороны йога подходил. ЛП кидаешь на него. Ты вообще не должен быть в агро у него. Вот сейчас он был на тебе. Порталы. Я со стороны йога был, там никого не было. Не набирай агро на нем. Почему он у тебя агро был, а него? Он должен быть по агро на РДД всегда. Ты либо, блядь, ЛПшки кидаешь, либо таунтишь, я не знаю. Если ты кидаешь ЛП-шку и таунт, и все, это минус РДД кто-то. Сразу. Это вайп. А падаем. Какой мозг, кстати, оставим? 80%. Неплохо. Я стал не нашел. С мозгом сейчас лучше. Да неплохо, снаружи тоже все нормально. Если все так же делать будете, не умирать, все. Мы убьем сейчас, прям даже 23 тела. Короче, вообще ЛПшки ничего вообще на большой не юзай. Ни таунта, ни ЛП, вообще ничего. Там мили атаку просто. Все умер. В принципе, ты можешь его бить. Один портал еще. Можешь ЛПшки кидать. Но автоатака это убил. Два еще портала. Нос в стойке этот, блядь, в бладе. Лучи зашли. Ну или в зеленый можно бегать, да? Без лучи. Быстрее упали, быстрее встали. Там я по агро ДДшников никак не догоню. Ну, он взял агро сейчас, на тебе агро было как? Ты либо таунт нажал, либо большой, я не знаю. Не. Ну, огром тебе. Я просто... еще со стороны босса подходил к нему. Если он конусом бьет, он должен был в пустоту ударить. Знаю. Это Сирус, это пират. Он свой ну ебет, что все, что вокруг. Я специально. А, вокруг. Ладно. Конечно.
А я, блядь, специально подвигал, где никого нету, типа, что он в ту сторону идет. Накидаешь просто, когда на вторую фазу переходим, просто смени стойку и все. Ну, я первый трай бегал в зеленый, чтобы побыстрее бегать, сейчас тоже буду. Там, давайте еще раз повторим там, порталом всего, тогда. Там, скорее всего, ДК вас не пиздит порталы. Потому что он ни разу не заходил и, скорее всего... Ну, поставьте в какой-то портал другой его, который перед мордой или... Ну, который не, проще, не понятно. Он, сейчас еще раз повторим то же самое. Сейчас все станем. Не надо последним заходить, надо одновременно всем заходить. Чем дольше вы заходите, меньше ДПС. Там же картинка есть, посмотрите. Вот, Олег, на тебя метку поставлю, станешь как йог, типа. Не-не, я сам в портал захожу, вот в середине, вон в толпе встанем вот там. Вот я вот не знаю, вот этот вы квадратик ставите, я, чтобы понять, я смотрю картинку. Тут на квадратике, если не картинку в Дисе не посмотрел, нихуя не поймешь. Ну да, вот квадратик это йог, череп это вот вход, откуда мы заходим. Получается, лицо квадратика это лицо йога. Вот и вставайте по порталу. Вас, у тебя 9-й портал. Вот просто сейчас прям не глядя картинку. Вас. Да, шпейс здесь. Давай, ну, шпейс на коте возьмем в портал. Что делать, почему нет? Это не твой портал, вас. 9-й портал. Картинка в Дискорде вообще не есть. Открой Дискорд, пожалуйста. Как нет? Скинул. Дискорд наш, ГГВП, общение. Третье сообщение. Там вот цифры указаны. Портал, вот где видишь зубы, йога, там вот глаза. Это вход, как мы заходим сюда. Где написано door, это дверь, где мы сейчас стоим. Да. Это лицо. Face. У меня есть это предложение. Может его поставить на 6-й или 1-й номер, или 10-й точнее. И он будет либо от стороны двери, или от стороны против двери. Заходить. Так легче ориентироваться ему будет в первое время. Не надо никого менять, там люди и так, блядь. Окей. Коль как. Вот сейчас он, походу, понял. Правильно, секунду, правильно направление пошло. Надо отойти на минуту. Там фласки заканчиваются, если что. Сейчас придрочитесь давно, уже переводить будете быстро все. Один раз зайдите просто в комнату и поймите, как не пиздите портал. Я предлагаю кота взять этого на фейсе. М? Кота предлагаю фейса взять. Да бери любого ДД, вообще похуй. Ну сейчас, вот где он, блять, он же заходил, говорил. Я написал в чате. А. Да, я тебе сколько в Дискорде говорю, ты молчишь. Ты пойдешь в портал, Фейс, слышишь? Ну, какой? Мисс а. Кого? У нас и так Флойс, блять, не ходит уже в портал. Ну, может, вместо вазы, я хуй знаю. Да не надо вместо ДК. Все, тогда будешь оставаться снаружи. Маните. Ну вот здесь у меня справа от меня тризот как раз. Вас, ты нашел свой портал? Вроде да, 9-й стоит правильно. Вот всегда в него заходи. Похуй там, не успел дойти до него, бежишь к нему. Не надо там первый попавшийся заходить. Самоним кота. Пойдем быстрее сейчас. Где-нибудь поставлю. Рыбу не надо, я и там ем свое. Там еще не ели рыбу. 2 минуты есть. А кого мы ждем? Командер что-то на минуту ушел, смел. Еще что? Сходите сразу все сделать.
Рыбовод стоит. Края, ты на Локи? Ты на Локи? Я на Локи, да. У тебя что, не один Лок, что ли? Это не мой. Это общий. На него заходят те, кто хочет помочь. Это шлюха. Ой, извините. Ну, можно и так сказать. А такие шлюхи есть еще? Ну, у нас... таких штук, наверное, 8-10. Какие классы? Они уже раздались почти все. Многие? Вон, видишь мага Няшера? Это один из них был. Был. Уже Няшер и маг. У нас 3 ДК есть, Алроса, Топыч и Маранди, блин. Маранди. У меня дала консоль. С почты. Не играет больше. Ничего не играет больше, вспомнил. Слушайте, это вопрос, вот большой, сколько радиус, ну там 20-ка, да? Да хуй его знает. Большой. Это пиратка, тут все равно не будет правильно написано. Тут войт зоны всегда будут больше, чем видно. На сантиметр, блядь, 2-3. Не, ну типа наверняка, чтобы понять. Вот они сдохли, да, вот эти, сколько там, 3 тела сдохло? Да. Они как стояли близко, все надо понять, что они сдыхали. Не, сдохнуть они и в РНЖ могут. Типа в 30 метрах могут сдохнуть? Да, если она уебет, то могут туда еще сдохнуть, чем в мире. Бласт, Краделька. Бласт. Стоя. Ну стоя, выпили? Ласки кончились. Все, погнали. Дали. Пусто как раз. Скоро мы сразимся с главарем этих извергов. Обратите гнев и ненависть против его прислужников. Добили, ушли сразу, пока нечего делать. Да и вот они в разных сторонах. Это давайте пропустим. Аккуратно только. Мультидотайте, пожалуйста, все. Стойте. Берите те позиции на второй фазе, когда вы можете дамажить сразу несколько щупалец, а не одно. Ваза, прохилите. Следующий тоже пропускаем. Далеко опять, РД, аккуратно, не бейте. Нормально, на ренжа вкачано. Аст. Ну кто наступил, ну ёбаный в рот. Бывает. Пизда, вот плюс 2, блин. Можно магом зацепить. Не юзайте блинки, пожалуйста, вообще ничего.
Все, смотрим на все. Вышли. Ты готов сейчас удушающего часа? Сейчас одновременно их убьют. Череп стоит. Блин, удушающий выгони. Отойдите от большого моба. Ого. Поверни. Большой в текстурах? Да? Ну все, до свидания, погнали. Блять, а в текстурах это как? Это, блядь, в стене или где? В кого? Короче, надо выходить ко входу, а не назад. Да, ну рандомно спаунится, хоть куда ты выходишь. Не рандомно. Да, лучи заходим. У них есть точки спауна. И именно в текстуре почему-то эта точка. Одна из. Они типа в одних и тех же местах всегда. Да умрите уже, чего бьете стоит. Зайдите в лучи. Не, но это все равно рядом с игроками спавнится, потому что когда в комнату бывало заходишь, то в комнате спавниться может. Очень редко. Мы ж тогда проверяли, ко входу уходили, оно вообще сзади здесь спавнилось. Типа ну, тут вообще никого не было. Ты, ко входу уходишь, типа вероятность меньше, что он в текстурах скинется. Задиспальсь, Олег, и в луч стань. Антидум. Мы не задушились. На нем все вообще. А я последний можешь. Ребят, не зайти на первой фазе, пожалуйста. Ни блинки, ни порталы локские. Ничего вообще. Конечно, касс тоже можно стопнуть. Не надо там так стоить. Сейчас такой чуть-чуть близко уже. Все сразу, блядь, заспаунили. Надо на 150% все дело. Все на максимум играют. Но мне скорее всего не покажут боты, которые в комнате. У тебя кам должны показывать. Так это в какой комнате то еще было там? Не, сейчас... Те комнаты, которые ты проходишь, там должен показывать боты, пьют люди или нет. Да, я посмотрю. Резот сказал, разъебет, кто не пил. Я тоже посмотрю. Но я свой бот на первом мозг оставляю, вы на первом пьете и на третьем тоже можете выпить бот, потому что не там откат. Не можете, а должны. Ну да, но я имею в виду, что он откатится. Типа, чем быстрее мы мозг переведем, блядь, тем будет лучше. Ну, я думаю, 4 комнаты вы должны перевести за 4. За 4 ну, переведете, там 6 минут останется, доберется, мы должны его убить. На третьей фазе просто аккуратнее играть и все. Че, по мастерам разобрались, кстати? Нет. Если переводим, давай первый мастер дает вайф. Возьмите сосредоточение. Потом муренок, потом. Флай. Последний ретрик, блин, ник сложный. Флай, просто он сказал. Просто флай. Флай? А, окей. Я думал, чё флай, кому чё говорить? Резот рыб стоит. Сейчас убьём. Просто сделайте всё как надо и всё. Не паникуйте. Стой, Кира. Босс занерфлен в нулину просто, он сейчас очень лёгкий. Внимательнее будьте, за смерть смотрите, за лучами, за всеми. Да, плюс один это очень, блядь, легкий контент, нахуй, я, ребят, не понимаю. Все просто. Если есть какие-то вопросы, вы задавайте всегда. Типа, если вы, например, посмотрели видос и не знаете, что там не поняли что-то, напишите любому в Дискорде заранее до РТ или кому-нибудь, вам всегда кто-то ответит. Вас никто игнорить не будет, никто смеяться над вами не будет. А не вот так вот вар пришел, вроде как сказал, что все знает, смотрел видео, типа якобы. Нам пора. То, что он здесь творил, это пиздец. Ну как, где Сёмка, подожди. Все, погнали. Сёмка здесь, Сёмка. Просто не привыкайте вот к гильдиям, которых вы раньше, наверное, были, где похуй на все было. Поты не проверяли, фласки не проверяли. Это пропускаем. Самим же, наверное, приятнее играть, когда все в
выжимает максимум от персонажа. Просто можно также в другой гильдии собраться. Но все зависит от кого, какой рел будет ходить. Себя не похвалишь, никто не похвалит. Я не про себя. Я про всех рейлов наших. Найди, блин, как он где 4 человека, может 4 рейла. У нас можно и 8 рейлов. Ну так-то да. А Лед же еще есть перспективный. Перспективный рейл. Не, не хватает нахуй своих. Да, он. На работе? Угу. Я уже с полсова загораюсь. Да. Пизда ты рел на работе? Я ебал их нахуй. Мне кажется, я хотя бы убить уже там. А кем работаешь? Бля, кем только не работаю. Обучал узбеков русскому языку, бля. Тут еще казахов подогнали, египтян нет. Бля, ну... Новое начинает. Быстрее, надо больше, больше урона. Можете стоять на месте, похуй на лужу. Все равно новое не заполнится. Этого добейте, главное, быстрее. Ко входу иди. Ко входу. Ко входу, к нам. Ко входу, на левее. Отойдите от него, отойдите. Че я уйди нахуй? Прохильте. Шай сейчас сразу. Так, это сзади. Все, большой объем. Мишло, милики не подходим. На среднее, милики, оно сзади. Шли среднее все бить. Сейчас череп кинется, смотрите внимательно. Не стойте на месте. Не мальте, не мульте. Я точно не иду. Череп ушли? Не идешь. Череп, блядь. Лучи аккуратно. Да я губанул. А. Лучи, милики. Удушающий. РДД удушающийся. Диспл... А, не-не, мы здесь. Тут добиваем и к порталам идем с вами. Череп, от череп, от череп. Один сек. Так, сейчас будет удушающий, портала 10 секунд. Удушающий, выбили, милики. Выбить удушающий, все к порталам идти. 4 секунды портал, быстрей. А, он идем. Буренка захил. Буренка захильте, хилы. Большой. Каруся, прохиль, что зайдешь. Почему один портал не зашли? Койл сейчас кинется, ред. Мультидотим стоит. Выбить. Портал стейпзили опять. Задушающим РДД сыграли. Все РДД задушающие. Похуй, Павел кастует нахуй большой. Что узбекам, что, блядь, вам говори, нахуй, одно и то же. Ты меня не сравнивай лично. Тимура не обижай. Ты РДДш? Нет. Я сказал РДД. Приготовились, выходим. Рано. Рано? Да, приготовились, вы? Говорю, блядь. Сейчас выходите. Ну, уже вышли, типа. Окей, двое. Приготовились, блядь, я тут. Бля, выходите. Господ, пожалуйста, выходите, жмите, тыкайте потики. Че, аккуратно. Ребят, лайфхак. Вы стоите, портал, скоро идем к порталу. Мы же кости выбили, если бы с порталом своим. Еще всё, рано, порталом. Не надо, я скажу когда. 5 секунд еще. Вот сейчас порталом, 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 порталом пошли. Вот сейчас уже. Череп ушли. Заходите. Раз отвернулись. Сухой. Большой сзади. Ну сука, кто портал пиздит? Я ебал маму нахуй. Подышающего убили. Кто с ниткой сюда приди?
Я иду, но ДК навстречу мне не идет. Так он в щупальце. Пошли. Большой бить пошли. Так, вас там больше, блядь. В правой стороне. Мед лайфхак, вы можете прямо сейчас возле портала уже встать и бить мозг. И выйти на последние секунды останется, вы можете выйти. Больше импакта дадите, больше урона в мозг. Если боитесь, то не делайте. Секунд. Какого мозга? 68. Выходим. Это второй портал? Да. Испок. Нормально, штурмград какой-нибудь прокнет. Вместе двигаемся. Кира. Разлагаю душа сейчас. Череп кинется. Ушли череп. Череп отошли все. Да, тут, но не успевают. Лучи. Портал опять. Сука, не надо в луч. Порталом идем с вами. Подожди, они починили? Да, я тоже смотрел. Да. Черепи не бьют. Не зря сделали, блядь, не знаю, баг-репорт писал. Череп ушли. Пошли большой бить. Кто в портал? Вот бьем второй. Кто в портал не зашел? Почему он постой? Какой портал? Вас. Где-то четвертый, пятый. Вас идем уже мозг бить. Препод все выпили. Ребят, вы не там стоите, вон там можете встать и мультидот. Сейчас нормально у нас время. Вот здесь встаньте, где я сейчас стою, мультидот. А там что, я не видел. Тебе 7 метки, да? Я не видел. Вот, квадрат. Но его не видно было оттуда, с той стороны. Готовились. Сколько мозгов? Выходим. 46. Вместе направо идем. Разлагающий. Должны перевести на следующий. Ну, штормград был прокнул, был бы заебись. Подушающий зверь. А череп ушли? Он в глыбовский. Отошли, учи. Вам надо очень быстро перевести, чтобы большого не было. Разлагающий. Порталы сейчас. Порталом идем с вами? 9 секунд. Порталы, 9 секунд. Ну, все к порталам своим подходим. Быстрее к порталам своим. Прям сейчас очень моментально быстро надо перевести. Блять. От череп ушли. Блять. От череп отойдите, но вон же он гуляет по рейду. Задохнитесь собственной ненависти. Пиздец. Задохнитесь собственной ненависти. Да пиздец. Прям большой. Душа. Ладно, бьем. Бейте его, бейте. Бейте, бейте. Лучи. Пошли большой бить. Все большой бить. На мелкой забить хуй. Кира, выходи, наверное. Кира, выходи. Он помогает. Пускай он помогает. Мы переведем. Да. Нет. Да. Мы не успеем. Успеем, 2%. 2%. Успеете, блин, не надо выходить никому. Все. За спину, идите, босса, за спину. Забираем оба. Шли направо, все направо идем. За спину. Вот даже щупальца добили. Все спиной к боссу, все к спиной боссу, все к спиной боссу. Все спиной боссу стоят. Ну здесь. Танка хил. Все, милики, все мобов заливаем. Мастер, первый лайф. Моб новый. Мастер. А чё? Вайф, чё случилось? Вайф, ты чё? Ты за, дай Берни. Да, Берни. Дайте ауру. Забери третью, у кого она? Моба, больше милики. Отвернулись. РДД босс, милики мобов. Милики в босса, когда никого нету. Освобождает, давай третьему. Следующий. Бейл дайте. Бейл, да. Отвернулись. Ретрик, третий. Вернулись. Да?
отвернулся. Можно ближе моб к боссу? Без мастера. Сейчас будет стоп поставить. Отвернитесь. Я просто боюсь, откинет, не знаю, где точка. Да вот так, стой нормально. Локи сосем. Уже время. Смысл. Вайв, забери третью ауру, на следующую дашь. Моба, моба, бери моба. Все четко. Все, я вижу. Со саните следите. Саните? Здравомыслие. Понятно. Давай, мастер. А, не, не откатился, не давай, не давай. А, бласт подними, Дретрик. Маба. Дайте ребаф, Рэд. Мурион, освободи. Третью освободи. Да. Вернулись. У меня КД еще. Я знаю, знаю, на следующий дашь. Я вижу. Маба. Вернулись. Давай. Хорошо. Коля, микрофон. Да, ладно. Освободи, мастер. Забери трейдер. Третий слайд. Вернулись. Да ебать! Убили три зода, убили три зода. Все, мысли. Давай, мастер. Вовремя, блять, право хаус. Вернулись. Помогайте мне. Не волнуйтесь, все нормально. Нормально, собьем. Просто бейте. У нас времени много, еще успеваем, если не только... Кого-то мало саните, просто не поворачивайся. Добить мало быстрее. Так, Роделька, Берни, Флай. Вернулись. Дайте ребаф это. Нулись. Вайв забери ауру, но не давай пока. Моба мелики все. Больше урона мобов мелики. Оружие идет на природу. Вернулись. Мастер, вайв. Флойса убили? Убить Флойса и Лока. Быстрее. И Лока убили, Семку тоже. Мобов быстрее свечимся. Слышь, чё? Флойса встал по ССу. А, блядь, всё, его опять взял. Блядь, я бы... Убейте меня, блядь. И... Я думал, пашет. С нулём встал, но так и должно так быть. Мобов быстрее. Мобов залейте. Выведи бим. Выведи. Бекон. Мобау. Бекон, мобо. Да уже просто. Нет, скинул. Хилит босса. Вот если б вывели, убили бы. Блять, с этим флойсом, блять. Босс надо. Да не убьете все это, блядь. Ложитесь. Я что, убьем? Вам передать или нет? Вывести бим надо было. Вам бейте жить? все боссы, бейте. Задыхаемся, мы уже пиздец. Все в боссы, бейте боссы. Нам еще убьется. Ну. Да, он что? Да я забыл про... Что там, именно по таймеру или нет? Сейчас убьем, все точно так же делаем.
пиздец. Бил, ел, пил. Потом бац, у него спина пропала. Джоки, а ты... Типа шаришь, что делать на локе? Может, ты кнопки не тыкаешь? Чё-то у тебя очень мало дэмэджа, босс. Какой ТПС, Юксерам, покажите. Первый. В комнате еще лучше можно. Слишком долго правая сторона бьет. Хотя там три человека, типа, вы должны быстро убивать. Мы приз первый по урону Юксера на локе. Ой, в левую. Левая сторона очень долго бьет. А лед же машина, блядь. Нелегальный. Где урон-то поел? Машина не линкует. Обманывает меня, блядь, свет угорает. Вот. А, нихуя. На локе должно быть топ. Я не на своем локе. Да ладно, ты не. Ты так. Без тебя мы бы до третьей фазы не дошли. Надо без щупальц переводить, просто давать БЛ и сразу и хуярить. Вот, кстати, вот. Надо стоять спереди, короче. Сзади почему-то мором не достает, ну, типа в босса. Странно. У меня доставало. У меня не доставало. Это при том, что у меня символ есть. А ты знаешь, что ты знаешь, как это, Тин, ты стани, пожалуйста, если будем, это, откуда откидывает, откуда не откидывает, чтобы я знал. Вот Альянс сейчас показывает, что пот не пил, я хрен знает. Просто если меня кто откидывает... Кто пот не пил? Не, ну в комнате у вас все поты пьют, молодцы, ладно. Хорошо. У меня есть фазе пьет один. Все, все готовы, погнали. Альяншерс, базука. Так я не захожу. Так вы пили пот в конце или нет? Третья фаза, пейте пот. Карась, заходь, не заходь. Мы же не третья в фаза, видишь. Ты в первом рейде можно, блядь, послак. Не понял, можно? Тебе нет. Можно, но... с последствиями. Можно все, но без палева. Но в меру. Сейчас нахуй вон, Олег же мейнрейд уходит, но все, приземлимся. Не, я не поехал, ну не врешь, чё. Там тоже заберу. Маги. Бля, пока я не умер, короче, я был в босса топ-1, бля. Бля, какой лип. А потом это ебучий провал, бля. Рассказывай, чё мне. Я ему тоже не верю. Могу скрин скинуть. С Вармейна? Не. Или с Хаскутик? Минут 5 назад сделано. Какой ты скринишь? Один был, который с Хаскутик скрины отправлял постоянно. Ну чё ты стоишь? И где он сейчас, блядь? В армии? В армии, блядь. Лой, старый пёс, блядь. Босса. Ой, моб, блядь, это квайп. Там флой. Блядь, зацепил. Ну чё так далеко вести-то? Это флой зацепил, по пизде пошло, ложитесь, всё. Мать, время тянуть не будем, что, да. Упали, что ли, или чё? Да, да, да. А в чём смысле, кто пиздит, в чём разница, блядь? Я расслабился. У тебя, блядь, глаза закрываются, когда ты мы пиздить начинаем. Ну это всё, блядь, на лайте должно проходиться. Вы одного, а чё их так много? Вы если одного спулили, вы типа повели его, хуй пойми, нахуя к стене, я в центре стою ещё, передо мной и, моб, и мобом лужи две, блять, плывут, нахуй, я пока бегал, нахуя вы ведёте его, блять, к стене? Да чисто Беларусь хотели бы отправить, нахуй. Ведите, блять, по спирали в центр, я бы словил его, блять. 30 метров ренжа. Рано, рано еще расслабляться. Там любой милик может затаунтить, загрипать. Изот это делает постоянно, вот вижу, кстати. Ну, я это делаю, но... Это получается.
Как бы, понимаешь, там ренжа-то не бесконечная, ну, вы вот ж прям в ебеня его увели. Ну я вообще охуел, ну хуя туда везти? Чё там, типа, там не... Какая разница, уж стукнуть. Никто мной, но не дотянется. Там один хуй вайп был. Лури, бабся здесь. Подожди, мне выкинул за быстрее закроем пасть и быстрее убьем рот. Давай так. Более эпично звучит. Андер, на хп там ебанешь, по КД. Да я кричу, типа, не хочу рагу въебывать, не комбата. Пошли. Справа бегаем, Витяки. А что ты там рагу купишь? На слышь? Боря. Борис. Не Боря. Чё Борис. Чё хотел Тризот? А раскольчик на йоге оформишь на третий? На третий? У меня на мозге, если чё, Сандер, нахуй висит, я не знаю, чё. Ну, а на третий фулбой будет? Ну, могу организовать. Так давай. Без подписки? Только этот пусть мне жопу кто-нибудь скинет, а то заебать. Постоянно нахуй обещают скинуть, а в итогу ничего нет. По жопе, по жопе. Там Жека уже скинул. 18 плюс только, блядь, потому что... Ты сказал с Жека, пишите ему в ПМ, если жопу надо скинуть. Так да. Жека это мой друг там, типа, я видел уже миллион раз, типа. Что, голубятня, что ли, лучше? Типа, а что? Давай без вот этого, осуждаю. 2021 год сейчас, да, блядь, голубятина осуждать. Серьезно, блядь. Ты что, не читал по заметке, что? Правила? Да, он не видит. Ага. Тоже не вижу. А китай давай. Вот он. В мейнренде все друг другу жопу скидывают. Да, так и попадают в мейнрейд. Знаем мы такой юмор. Из-за этого в рейд не попадешь. Не, сори. Дело каждого. Зендерами не принимается. Ну хотя бы сиську можно? Нет, не шоп. Я скидывал недавно, блядь, где ты был? Ну, ГМ пузики любит еще. Смотри, 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 блядь! Ща, никто не засыпил даже, охуеть. Вот шура. Маба, маба. Пошел к обходу. Нет. Да. Я дебил. Вход не там, пацаны. Да зачем вы эти юзаете, блядь? Заглушающие выбили. Ботинки, блядь. Быстрее, моба. Это душающий. Ботинки в другим надо вещи. А, милики отошли. Бля, а я пройду меж колонной и большим. А ком агронов лось нашим, да, пройдем? Идем милики все бить в среднем. А где дот им стоит? Все-таки ты по-большому должен быть. Выбить? Душающий. О, еще и мелко съебая. Так мы погнали. Просто, блядь, мечта, блядь, мультидотинг. Бразильск, да? Два ПВА. Бразильск, сила, череп ушли. Порталы. 15. Еще нормально, лучше аккуратно. Няша, я тут. Тут Няша. Выбейте. Я вижу, что ты здесь.
Идем, блядь. Порталы, 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 пошли быстрее. Подходим. Так ты веди куда надо. Все, что ли? Блядь. Пойдем, говорит. Даже большой здесь, слушай. Ебать, мелко опять тут. Пиздец, ебать. Для вас. Лучи, аккуратно. Взрывомыслия уже нет, нихуя почти. Выбейте. Давайте, левая, быстрее. Ну, чё так долго слева? У меня портал стырили опять. Лёр, а есть тайминг этого луча, который фиолетовый, ебать? Ну, ты портал тыришь. Хватит, пожалуйста. Я не тырю у тебя, я забегаю после Сенда. Я уже максимум. Процент? 20% сняли. Ну такое, слабенько. Череп, 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 череп. А куда ты бежишь, это череп? Персонал нас... А, блять, похуй. Только спасет от всего. Лучи, сбегитесь. Удушающий. Все пиздаем двоим. Вы че, блять, сбежаться не можешь? Че вы стоите друг другу? Там разных, да. Какая разница? Приготовились к порталу. Пошли. Денис. Захильте. Портал. Захильте Лема, блядь, с вазом. Вот это мой вином, второй. Это третий. О, кто спиздил портал нахуй перед носом? Вот тут портал. Блядь, ты что, не видишь, что у тебя портал? А у тебя портал забирает? Я нахуй выключил эти плейты нахуй. Ай, пизда. Где там Флойс умирает, блядь? Чё? Ты захилить себя не можешь? Ну, я хилю. Ебать, на 30 здравомыслия осталось, ну, откуда? Эпич. Я бегаю чисто против пенера. Что это? Целое постоянное. Санитарное управление, я не вижу. Есть так, нет? Нету. Очень хуёво, кум. Да за, подними. Угу. Если ты стоишь прямо сейчас. А, да за, нет, уже здесь, блядь. Крадель, занимай. Походим. Да, это хуёвое было. Пошли все картеты. Да рыбак, потому что да? Это осы, блядь, и все запаниковали. Блядь, подожди. О, Леджа! Да я удушающий, ебаный. Все и сразу нахуй. Да нет. Тебя трахают, а Леджа! А я тучками похуй, у меня нет на заднице. Удушающая трахает тебя. Не. Порталом все идем к моему Леджа. Леджа, Леджа, портал! 5 секунд. Я спиной так могу бегать, я понимаю, 20 секунд. А нахуй спиной не работает это тут? Ну бля, Леджа. Череп. Спасибо. Диспельте, диспельте. Все, видишь, как задумано. Далеко. А эти череп. Как вам? Ой, блядь, хорошо. Охуенно передал. Ты, блядь, ловишь череп и говоришь, как вам? Давайте, левая, левая, быстрее, левая. Ну да почему? Ну бля, ну где ты, Олег? Так я заебался ты, блядь, бегать, ладно, вот чё ебану? Куда сюда? Там вот два плачка, блядь, стоят на. Друг друга передают это. Сколько у вас? 8-60. Третий портал? Да. Но второй был хуёвый. Бля, вы даже за четвёртого не видели. Хуёво прям. А линканите ДПС мозг? Есть рюк? Бать, вы вообще не переведете 4 даже. Мы не переведем, упадем там 4. ДПС в мозг есть у кого-то? Дайте. Ну, такое ощущение, что, блядь, очень мало ДПС в мозг. Я не понимаю, что у вас поменялось, блядь. 20%. Ну, так как-то меньше 100. Череп ушли. Не умерел. Душа, вы видите, что ли? Ну вот, вот смотрю на дерево, просто стоит, нахуй. Вот просто стоит. Куда череп просто стоит. Челики, кто направо заходит. Ну иди с ним, квадрат. Ну что ты стоишь, квадрат, ал. Ой. Трепещите, смертные. Сейчас умирать. Смотри.
Если лучше удушающий, который дай ТГК там, блять, МКЛу там у вас вообще. Я заметил, что нитку проебал. Анхолик у нас тут проебал. Она просто вторая кинулась подряд на меня. Я проебал. Да там Анхолик обосрался уже все. А чё по потам, кому? Бьют? Бьют. Пару лет, портал заходит, бьют. Чё там, бьём дальше, нет? Ходим. Да нет, ДК. Бейте. ДК убейте просто и всё. На следующий переводите же, правильно? А, ну там да, понятно, да. Что у нас меня ДК уебал просто. Вас? Да, а, ну, это у вас. Подними быстрее, дизай, дед. Ты за, а, подними где-то. Я сзади со мной. Резода, подними быстрее. На мини-карте. Эльдар. Ну, блядь, ёбаный. Ну чё вы не видите? Всё, вайп. Ленка не в мост, кама, реально. Вот. Я чё-то... Бля, у меня, ребят, триггерит, когда вот такая хуйня происходит. Вы, блядь, шары ебётесь или что, блядь? Ну, блядь, как тяжело увидеть вот то, что... Луч, блядь, то, что стоит большой с миликом. То, что ты должен к милику подойти, чтобы он в портал зашел вместе с лучом. То, что лучи зеленые, блядь, 10 секунд спавнится и стоять не возле них. Камеру максимально отдалить, типа. Блядь, прошлый трай нормально все сделал, в этот трай, блядь, вы, блядь, в овощей превратились. Кто может этот... Плавинка не мозг урон?